Еще пока я не была в вашей церкви, мы сюда перешли, потому что мы приехали ближе к Киеву. Мы жили далеко в Киевской области. И я послушала молитву по Ютубу о технических чудесах. И у меня дома был поломан блендер. Я в метро о нем помолилась. Приехала домой, и блендер стал работать. Да, это было вот прошлой где-то весной. Мой муж, конечно, уверен был, что его в ремонт носила, но ему показала все шурупы, которые остались лежать на столе.